Ну и последняя песня. Я хорошо знаком с Ксенией Федуловой, которая неделю назад здесь же выступала. Мы в Москве и в Питере вместе с ней играли. Она исполняет две мои песни «Синие скромные джинсы» и «Мэрилин Монро». И однажды так оказалось, что я в Москву приехал из Питера, как раз вовремя, чтобы подсказать ей слова, которые она забыла по ходу исполнения моей песни. Ресторан московский, большой такой. Ну, я приехал, они меня встретили, Леша Лысиков, Ксения, усадили. Она наша елизовская, кто не знает, говорю, наша елизовская. Вот. Сегодня она улетела, поэтому мы только созвонились с ней и встретиться, к сожалению, не успели. Они сидят на сцене, Ксения, гитарист, и Леша Лысиков на бас-гитаре. Ну, она поет песни одну за другой, в основном она пела, и Лешины песни в том числе. Потом Наю, значит, начинает петь. Мэрилин Монро, первый куплет спела, тынц, и забыла слова второго куплета. Поворачивается к Леше, на него смотрит, а Леша на нее смотрит, а я типа и не знал, какой там второй куплет. И она начинает меня искать в зале глазами. Опа, нашла. Ну, короче, я сейчас вот и сыграю. Ах, хорошо, Мэрилин Монро молодкой померла, а то пришлось бы вляпаться ей в модные дела и губы выворачивать, натягивать лицо, не задницу отклячивать, а скачивать сальцо. Как же прожил, братцы, я и слов таких не зная, либо-либо сакция, либо вековая. И вот тут вот они продолжают играть, и она туда-сюда смотрит, наконец находит меня в зале. Я встаю, чтобы перекричать надо было всю аппаратуру, и те, кто там балагурил за столами. Была к тому же мягкая характером она, советами, как пиявками, всегда облеплена. Опять же у красавицы и с памятью привет. Бывало с ролью справиться, а со словами нет. Как же прожил, братцы, я и слов таких не зная, либо-либо сакция, либо вековая. Ах, бедная секс-бомбочка, не разорваться ей на все примочки, штучки, заморочки лекарей. Один добавит талию, другой грудь уберет, и все попереставили бы задом наперед. Как же прожил, братцы, я и слов таких не зная, либо-либо сакция, либо вековая. Ну, слава богу, левый глаз китайским стал чуть-чуть, а правый муж пообещал на попу натянуть. Он молодой сучоночек, ему вся извертись, в тайландскую девчоночку возьми да превратись. Как же прожил, братцы, я и слов таких не зная, либо-либо сакция, либо вековая. Как же прожил, братцы, я и слов таких не зная, либо-либо сакция, либо вековая. Огромное вам спасибо, ребята, дамы и господа. А с какими широкими объятиями вот этот чехол от гитары. Это просто не передать. Еще раз спасибо. Камчатка forever!